Лиза, ничего не говори. Вот видишь, у меня был маленький пальцап. Ничего не говори, потому что дай мне это удовольствие, дай мне самому представить. Сегодня Лёля. Опять та самая Лёля, которая уже ходила ко мне в вечерний эфир уже столько раз. Я снова рад. Я все время что-то у вас забываю, возвращаюсь, да? Забудьте сегодняшний, я тебя прошу. Это прекрасно. Забудь еще что-нибудь. Это самый праздничный третий раз мой визит на Астронол FM. И всегда у вас очень уютно, и все время меняются какие-то поводы и декорации. И женщины у Майка меняются. И женщины у Майка. Это вот, собственно говоря, самое первое, что бросилось в глаза. Я поздравляю вас с днем рождения. Спасибо. Вам 2 года, Лёля, вот скажи, 2 года. Это большой срок? Я думаю, что для компании это огромный срок. Ага. Для человека нет. Хорошо, хорошо. Смотри, у нас твои коллеги, твои ребята, команда студия «Союз» тоже подготовила нам подарочек. И мы осторожнее открывайте конверт. Осторожно открываем уже. И у нас видео поздравления. Мы уже готовы его смотреть и слушать. Так что, друзья, внимание на экран. Страна FM принимает поздравления. Эй, мы студия «Союз». Дорогой наш телерадиоканал «Страна FM», поздравляем тебя с днем рождения! Да, мы желаем тебе процветания, позитивнейших гостей, хороших эфиров и больших рейтингов. И крутой музыки. И высоких зарплат ведущих. «Страна FM» принимает поздравления. Остальные члены студии «Союз» просто разъехались по домам. Лёля переоделась. У нас команда. Командная работа. Ах, вот оно что! Класс! Вот командная работа нужна, правда же? Как? Без нее никак. Я, будучи человеком команды, поняла уже несколько лет подряд, мы работаем командой, и я прекрасно понимаю, почему вокруг тебя все время есть женщины. Потому что меняются. В команде работать все-таки легче. Конечно. Лёля, ну сейчас тебе придется выполнить в одиночку задание, очень даже непростое. Так. Тебе сказать, команды не будет. Смотри, у нас есть гимн, который пишется буквально вот сейчас. Артисты, которые... Вы прям реально его потом запишете? Реально запишу. Да. Прям правда, да? Серьезно. Да. Ну, зовите, если что, на запись. И со мной снимут клип. Четвертый раз надо же прийти, понимаешь? Да, я могу какую-нибудь строчечку там бур-бур-бур. Смотри, вот приходили артисты. Например, Родион Газманов написал строчку, чтобы мою страну FM захотелось слушать всем. Далее, чтобы страна FM звучала у всех, чтобы в ногу с вами шел всех. Всегда успех. Это две Маши. Это кто-то с какого-то праздника корпоративного. Видимо, две Маши. И продолжил стихами. Чтобы ЗП у сотрудников росли. Соломонова. Группа Вива новых песен принесли. Тут понятно. Синхронное вещание телерадиоканала. Кокорина. Это директор заходил. Да. Чтобы быстрее, без ожиданий, все суперчарты раздолбал. Мне нужна одну, да? Одну, две, да. Я выдаю сразу реквизит. Давайте, да. Маркер тебе. Я долго думать не буду. Зачем... долго правильно, думать. Правильно. Ни к чему это. Ни к чему это долго так. Думать красивым женщинам таким. Лиза, это ты должен был сказать. Что? Я постеснялся, у меня это прям на языке. Все это было. Сейчас все будет класс. Так. Синим по белому. Лёля, понимаешь, как она становится? Цвет настроения синий. Чтоб музло гремело всюду. Наша ты хорошая. Молодец. Чтобы музло гремело всюду. Лёля, ну расскажи, какие у тебя сейчас планы? Что ждать? Что новенького? Ой, ну ждать чего? Начинаются, стартуют съемки студии «Союз». Круто. Запускается новый сезон на канале ТНТ. Как музыкальный коллектив мы продолжаем жить. И петь. И творить. И чтобы зло гремело всюду. И греметь повсюду. И пишем сейчас очередной закрывающий лето трек. Поэтому, возможно, все-таки в четвертый раз я к вам приду. Невозможно, а точно, Лёля, потому что мы тебя уже ждем. Уже ждем. Лёля, смотри, сколько вашей команде лет сейчас? Ой, много. Ну, нет, 2 года, больше. 8-7. Не устаете друг от друга? Да нет, нормально, хорошо. Нормально все? Комфортно. Все нормально. Ты как, не устаешь? Нормально. От Майка? Да первый раз ведем. Если что, показывай мне бумажку с надписью «Help». «Help». Он меня удерживает здесь. Забери меня. Плиз. Мой паспорт у него. Я тебя спасу. Это же без паспорта сбежать можно, понимаешь? Скажи, вот сейчас девчонкам таким веселым, хорошим, остроумным легко? Вот тебе как сейчас? Хорошее настроение? Легкое? Да, вообще отличное настроение. Я думаю, что в любом случае мужчины — это наша опора. Вот. Вот продолжай, Лёля, продолжай. Есть еще 20 секунд. Даже если они немножечко капризничают, да. Это, нормально, наверное, просто был невкусный кофе с утра. Еще 15 секунд можно говорить обо мне. Помоги! Хелп! А так вообще без мужчин никуда. Спасибо! Спасибо! Лёля, студия «Союз»! Страна, с днем рождения! А мы летим дальше! Спасибо! Страна FM принимает поздравления!